офшора, офшора. Сколько по Цельсию? Сколько по Фаренгейту? О. Генерал Нарега не мое альтер-эго. В Панаме он пришел к успеху. Нарега серьезнее, чем Дэнни Треха. Сидит 76 и еще не отъехал. С Полпотом сравнить, если он ребенок. Тот замочил больше 3 миллионов. Пол Пот был диким садистом. Дети валят родителей, коммунизм. Нарега продавал информацию, наркотики и оружие. Пока он был нужен КГБ, ЦРУ, Сандинистскому фронту освобождения, Медельинскому картелю. Грязные бабки в панамских банках. Кокаиновая лихорадка. Это не детские игры с закладками. Подарки в танкере. Для спецуры русской, американской Мануэль стал путать информации. Но непонятно в этой ситуации, как можно так обнюхаться, паца. Когда в твоих руках панамский канал, и Бушу ты скажешь: я твой рот шатала, гал. Тогда поймешь, что такое жить, будто весь мир у ног лежит. Но 20 тысяч янки при поддержке с воздуха жизнь изменит не в лучшую сторону. Это вообще не здорово. Нормально общались, а тут ракеты тебе на голову. Стальные яйца не помогут. Так нельзя залупаться без ядерной бомбы, без ядерной суперкомбы. Нарегу закрыли на долгие годы. Отжали 3 хаты в Париже, в районе престижном. Элитная недвижимость судится с компанией Activision. Надо загнать ему сижик. А в Панаме все так же тепло и хорошо. Хорошо грести ковшом. Виолончель, миллиарды, офшоры. Вот бы нырнуть туда голышом. Панама, Панама, Нарега, Нарега, Панама, Панама. Я тоже там не был. Панама, Панама, чё там билеты? Панама, 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 я еду. Панама, Панама, Нарега, Нарега, Панама, Панама. Я тоже там не был. Панама, 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 Панама. Чё там билеты? Панама, 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 я еду.